Вот, ребята, смотрите, автобус 119, кондуктор. Как ваша фамилия, имя, отчество? Зачем вам моя фамилия? Как, вы зачем? Ко мне домой пришли, зачем я вам фамилию буду говорить? Какой домой? Я здесь хозяин. Слышите, что говорит? Вы к себе домой, это, кого попало, пускаете? Нет, вы документы смотрите, правильно? Какое вы на это имеете право? Я не у вас дома, я нахожусь в общественном транспорте. Я здесь хозяйка в данный момент. Вы не кричите, во-первых, на меня слюни. Я кричу не так. Слюни не распускайте в маску свою. Я говорю, я кричу не так. Если я кричать начну, вам плохо. Это, я вам ничего не обязан. Вызывайте, ну тогда выходите. Вызывайте полицию. Полиции, я предъявлю справку. Хорошо, сейчас на КП стоит эта самая полиция, мы туда хорошо. И поедем. Все, давайте. Вы мне билет сначала обелечили, вы деньги-то у меня взяли. И что? Вы кто такая, чтобы спрашивать у меня документы, справку какие-то? Вы просто кондуктор, вы меня обелечите. У вас работа есть своя, у меня своя. Уважаемая, вы будьте любезны, меня просто обелечите, все. А вы будьте любезны, выйдите тогда. С какого ради я должен выходить? Я нахожусь в общественном порядке. Дальше-то что? У меня такая работа. Дальше что? Ничего. Я вам не обязан ничего предъявлять. Я вам тоже не обязан. Вы представьте, кто вы такая есть. Я кондуктор. Ну и дальше фамилия ваша, имя, отчество. А больше ничего не надо? Нет, покажите мне вашу справку. Какую? Что вы не заразна. Так это я у вас должна спросить. С какого вы должны? Так же я у вас должен спросить. Вы что все время спорить? Вам заняться нечем? Это вам, по-моему, нечем. Ну я говорю, вам заняться нечем. Вы что из себя возомнили? Вы сразу скажите, что нету справки. Что вы ломаетесь? Еще и фильм здесь снимаете. Вы что из себя возомнили? Выкидывать чего-то хотите? Вы кого? Куда-то? Конечно. Да что вы говорите? Естественно. Да что вы говорите? Вы кого из себя возомнили? Я понять не могу. А ты из себя кого возомнил? Не ты, а вы. Да. Ты не тыкайте мне. Там еще один бежит. Кондуктора уже справки какие-то требуют. И буду требовать. Балда. Да. Не разговаривайте со мной так. Как вы со мной, так и я с тобой. Вы кто такая-то? Вы мне билет дайте. Вы что, пошли? Успеешь. Не успеешь, а успеете. Ага, вы за языком-то за своим следите. Ага, умничай. Звезда Ютуба будешь. Умный вообще. Естественно. Вот такая. Да вот такая. Сейчас милиция вот это самое. Вот милиция стоит. Пускай, а никак не кондуктор какой-то в автобусе. Что вы говорите? Естественно. Да что вы говорите? Тебе кто погоны одел, да кто-то или что? Говорите? Я понять умные, не могу. Что ли? Все такие вообще вот даже. Аж до блевотики. Тебе что, погоны кто-то надел, я тебя спрашиваю? Да, покажи. Надел. Покажу. Ну показывай приедем документы свои. Кто ты такая-то, я понять не могу. А что ты мне тыкаешь? Так ты мне начала тыкать, я тебе тоже начал в ответ. Я с тобой нормально стала разговаривать. Не а с тобой, начал... а с вами. Ну я ты с вами. Все, как ты мне, так и я тебе. Так ты не спрашивай у меня справки никакие. Да, давай. Вот всех наглели. Вот именно. Вот все. Кондуктора уже. Руками меня не трогайте. Да что ты говоришь? Вот, ребята, видели?